Всем привет! Вы на канале Супер Кошка, с вами Варя, и сегодня мы будем рисовать сундук из Майнкрафта по клеточкам. Он настолько легкий, то что нам понадобится всего лишь два цвета: черный и оранжевый. Да, на видео он как будто красный, но это оранжевый. И он настолько легкий, то что видео будет очень короткое, минут за, наверное, 3 или 5. Ну ладно, увидим. Значит, это будет низ нашего сундучка. Надо сейчас 11 клеток поступить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так. Так. Вот так вот. Теперь вот отсюда отступаем 9 клеток, считая вот этот блок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть, если не считаю вот это вот, 8. Также с этой. И да, вот так вот еще. Короче, рисуем просто коробочку. Так, надеюсь, я в клеточках не обсчиталась. А то у меня один раз было такое, я это видео вообще не выложила. Вот так вот. Теперь 4 клетки. Это уже, наверное, надо сделать сразу оранжевым фломастером. 1, 2, 3, 4. Да, не обсчиталось. И с этой стороны 4. 1, 2, 3, 4. И тянем вот так вот. Закрашиваем. Блин, неужели он у меня засыхает? Ой. Ладно, сейчас вот низ закрасим и дадим ему чуть-чуть, так скажем, прийти в себя этому фломастеру, а то он реально засыхает у меня. В следующем видео, наверное, уже буду рисовать новыми. Так, закроем пока. И опять берем черный. Рисуем вот эту вот застежечку. Так вот. Ну и вот так, конечно. Надеюсь, похоже на сундук из Майнкрафта. Так вот, и закрашиваем вверх. Так. И у нас должно получиться что-то вот такое. Надеюсь, у вас получилось лучше. Потому что у меня вот тут уже реально... Оранжевый прям высох. Хотя на видео выглядит довольно-таки прикольно. Ну а на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Увидимся в следующем видео.